Почему одни произведения публика забывает практически сразу, а другие привлекают зрителей многие годы? На то и классика, чтобы сохранять актуальность на века. 100 с лишним лет назад подданные Российской империи дружно зачитывались пьесой Сергея Найденова. Сегодня дети Ванюшина вновь готовятся выйти на сцену Чувашского академического театра. Пьесы Сергея Найденова – зарисовки из купеческой жизни начала 20 века. По стилю очень напоминает горьковскую Васу Железнова. Да и содержание похоже. Сложные взаимоотношения в большой семье. Отцы, дети, в чем конфликт, почему недопонимание, почему возникает это несогласие, почему нет счастья от того, что нет согласия, от того, что нет мира в этом доме. На чувашский язык пьесу перевел Порфирий Афанасьев, а режиссер-постановщик Валерий Карпов постарался придать ей современную форму. В самом деле, так ли важно, сколько лет прошло с момента премьеры? Ложь, прелюбодеяние, мошенничество – эти пороки по-прежнему ломают людям жизнь. На первый взгляд, среди действующих лиц никто не вызывает симпатии. Но роли негодяев у актеров не вызвали смущения. Соседа-спекулянта представляет на сцене сам режиссер. 12 лет уже в театре, а таких ролей у меня никогда не было. Всегда положительные, всегда такие... такие герои-любовники больше. А вот сейчас вот эта роль, на другие краски выходит, по-другому думаешь, штампы убираются. Путаница и неискренность в семейных отношениях приводят к трагедии. Старик Ванюшин умрет на сцене в очередной раз. И в очередной раз воскреснет, чтобы напомнить. Важнее семьи у человека нет ничего. Премьеру запланировали на 9 октября. Постановка откроет новый 97-й сезон Чувашского драмтеатра. Елена Гальперина, Светлана Лекимова, Александр Петров. Республика.